Обстоятельства форс-мажорные, поэтому вебинар проходит онлайн. На связи с Федеральной налоговой службой России более 10 тысяч предпринимателей со всей страны. Прямой эфир в Сочи организован в торгово-промышленной палате, но предпринимателей здесь нет. Карантин. Свои вопросы бизнесмены задают прямо из дома. Главный волнующий предпринимателей вопрос – как действовать при невозможности уплаты налоговых и неналоговых платежей. Да, действительно, ситуация сложная. Сейчас период сдачи отчетности, период оплаты налогов, налогов квартальных. Поэтому у предпринимателей резко упала выручка. И, естественно, у них не хватает средств не то, что заплатить налоги, а выплатить хотя бы какие-то платежи своим работникам. И, как вы слышали, не все отрасли попадают под отсрочку платежей и под 15%. Да, есть предприятия, которые вообще не относятся к категории МСП. Вот, кстати, консультацию потом, что относятся предприятия, или нет, мы даем абсолютно бесплатно всем предпринимателям. Отсрочка есть по контрольным мероприятиям. Все документы размещены на официальных наших порталах. Отсрочки по платежам только для определенных отраслей. Вы слышали, да? Каждый день, вообще так, следите за информационными порталами, потому что ситуация меняется не то что ежедневно, ежечасно. В торгово-промышленной палате открыт штаб оперативный, куда к нам стекается вся информация, которая есть проблемная у предпринимателя. Приходить к нам не надо на Кубанскую 15, звонить можете. Телефоны есть на всех официальных сайтах. Звоните, работает электронная почта, почта очень легкая. ТПП Сочи, собака ТПП Сочи.ру.